Меня зовут Бобровский Илья Александрович. С 1 ноября я директор Евродона, Евродон Юга и Урсдона. Так я же говорю, сразу к зарплате может перейти, чем просто по... Ваша самая наболевшая, соответственно, наша первая задача. Значит, решение по выплате зарплаты принято. Оно будет происходить на этой неделе. До пятницы, август, сентябрь, октябрь будет погашено. Про то, как будем работать дальше. Значит, в планах восстанавливать производство. Работаем пока на тех ресурсах, которые есть. У нас есть родительское стадо на Урсдоне, соответственно, будет нестись яйцо, оно будет инкубироваться, все будет высаживаться на площадке. Уже две площадки посажены, в принципе, там, да, того потенциала, который мы предварительно прикинули, на следующий год работы хватит точно всем. Простой будет оплачиваться, соответственно, все люди, которые будут задействованы в том производственном плане, который мы сейчас составляем, все будут сохранены. Оплачиваться вовремя будет? У нас каждую неделю мы отправляем в веб-реестр, в котором будут все наши первоочередные платежи, которые нужны нам для поддержания производства. И зарплата, и корма, и все остальное. В этом году не будет сокращаться. Я говорю, что единственный, возможно, управленческий персонал там чуть-чуть будет подправлен. Говорят, что будут глобальные какие-то сокращения. Нет, не будет. Глобальных сокращений не будет. Соответственно, как я и сказал, под производственный план. Те, кто будут задействованы на производственном плане, все останутся. Прямо определенное законодательство трудового кодекса по нашей зарплате, которое на данный момент нарушено, правильно? Вот вы сейчас говорите до пятницы, вы просите подождать, что опять как бы незаконно. Ладно, мы ждем до пятницы, но мы хотим сказать все, от всего предприятия, что если снова не будет выплачена вся задолженность по зарплате, мы продолжим жаловаться дальше в те самые инстанции. Слушайте, поверьте, всю важность того, что зарплата должна быть вовремя, понимают и в Москве все, я говорю, то есть у всех у вас есть свои прямые руководители. Они все будут участвовать в составлении производственной программы. Они будут давать нам информацию, кто им нужен для выполнения этой производственной программы. До конца ноября появится полностью производственный план и будет график, где, какие площадки, когда. Соответственно, люди будут выходить по мере необходимости в этом производственном плане.